Добрый день, уважаемые наши слушатели, абитуриенты. Меня зовут Юлия Игоревна Широкова. Я администратор программ повышения квалификации. Это краткосрочные программы, которые длятся от 7 до 15 недель, такие как, например, программа «Основы православия» или «Богослужебный устав и гимнография» или «Церковно-славянский язык». Вы можете связаться со мной, написав мне сообщение в системе или позвонив по номеру телефона, указанному на сайте института. Ко мне можно обратиться по всем вопросам, связанным с поступлением на краткосрочные программы. Например, с регистрацией в системе или с подачей заявки на интересующую программу, или с совершением оплаты, или с подачей необходимых документов. Также, если в процессе вашего обучения у вас возникают какие-либо проблемы индивидуального характера, я постараюсь помочь вам найти оптимальное решение. Если после окончания программы вы хотите оставить свой отзыв или уточнить о готовности вашего удостоверения, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне, я отвечу на все ваши вопросы. Надеюсь, что ваше обучение в нашей системе будет комфортным и принесет вам только положительные эмоции. Буду рада, если смогу быть вам полезной.